Добрый день, уважаемые трейдеры! Вас приветствует компания WinOption Signals. И сегодня мы поговорим про обучение в торговле бинарными опционами. Сегодня сеть переполнена множеством материалов, обучающих торговле бинарными опционами. Это и уроки опытных наставников, и книги по трейдингу, и видеоуроки, а также платные курсы. Сразу же хочется сказать, что торговле можно научиться и бесплатно, и не обязательно проходить дорогостоящие курсы по трейдингу. Но не стоит думать, что пройдя какой-то курс обучения, можно сразу же научиться торговле. То, насколько быстро вы сможете начать зарабатывать, зависит в основном от вас и от того, сколько вы тратите времени и вкладываете усилий в освоение этой непростой сферы. Далее рассмотрим самые значимые нюансы обучения с нуля по бинарным опционам, которые стоит освоить, чтобы уверенно чувствовать себя на рынке и начать торговать в плюс. Наш бесплатный курс подразделяется на разделы, и каждая важная статья из списка является кликабельной, поэтому все, что нужно сделать, это нажать на нее, и вы сразу перейдете в нужную статью. Ссылку на страницу с обучением можно будет найти в описании под видео. Первый уровень знаний – это новичок. Если вы только знакомитесь с бинарными опционами, то вам стоит изучить азы, или так называемую теоретическую базу. Она не дает никаких практических знаний, но сможет как расширить понимание о бинарных опционах, так и обезопасить вас в будущем. И самое первое, на что необходимо обратить внимание, это, конечно же, тема, что такое бинарные опционы. Из данной статьи можно будет узнать, что такое бинарные опционы, а также немного об их истории. Также можно будет понять, чем они отличаются от цифровых контрактов. После этого можно будет изучить виды бинарных опционов и их особенности торговли. Также в этой статье можно будет найти информацию о том, чем Форекс отличается от бинарных опционов, а также их плюсы и минусы. И давайте рассмотрим некоторые примеры из данной статьи более подробно. Что же такое бинарные опционы? Данный инструмент представляет собой некоторую разновидность ставок, но не стоит путать их с казино. Если трейдер понимает, что в течение какого-то времени, допустим 15 минут, цена акции, валютной пары или криптовалюты будет расти, он может приобрести соответствующий опцион, который автоматически закроется по истечении указанного срока. И давайте рассмотрим простой пример. Представим, что трейдер провел анализ и пришел к выводу, что валютная пара американский доллар-канадский доллар будет падать в течение следующей минуты. Тогда он покупает опцион на понижение, то есть put, или ниже, с экспирацией в одну минуту. И если данная валютная пара с момента открытия сделки упадет хотя бы на один пункт, то трейдер получит прибыль до 95%. Плюсом торговли бинарными опционами можно считать то, что вам заранее сразу известны составляющие сделки. А именно, вам сразу известна будущая потенциальная прибыль, сразу известен будущий убыток и сразу известно время окончания сделки. Также новички часто задаются вопросом о том, чем отличаются бинарные опционы от фиксированных контрактов или от цифровых контрактов. И сразу хочется дать ответ на данный вопрос. Они отличаются друг от друга только названиями. И у разных брокеров могут называться по-разному, но суть их от этого абсолютно не меняется. Далее можно будет узнать, являются ли бинарные опционы разводом. И в этой статье можно будет узнать о том, что такое бинарные опционы. Развод, казино или реальный способ заработка. А также здесь будет раскрыта тема того, почему бинарные опционы считаются разводом. И сразу хочется отметить, что бинарные опционы – это не развод, и на них можно зарабатывать. Бинарные опционы называют разводом часто те трейдеры, которые либо пренебрегали рисками и потеряли свой депозит, либо же у них была слабая подготовка. Также бывают ситуации, когда трейдеры просто попали на черных брокеров бинарных опционов. Но самым частым доводом является то, что брокер якобы подкручивает котировки, и поэтому невозможно заработать, совершая сделки. Но стоит понимать, что подкручивать котировки будут только брокеры-мошенники. Поэтому всегда выбирайте только честных и проверенных брокеров, найти которых можно на нашем сайте в рейтинге брокеров бинарных опционов. Ссылка на данный рейтинг будет в описании под видео. Также в этом разделе обучения стоит обратить внимание на плюсы и минусы бинарных опционов. И в одноименной статье можно будет узнать о всех плюсах данного вида заработка и также минусах. И обратите внимание на то, что в данном способе заработка есть и минусы, и не стоит считать его самым легким.
теме «Виды бинарных опционов» можно более подробно узнать обо всех их видах. И видов бинарных опционов существует немало. Но обратите внимание, что у большинства брокеров есть далеко не все из данных опционов. И чаще всего используются около 5 основных видов. И для примера, у брокера Alpari можно найти 6 видов бинарных опционов. Опцион выше-ниже является базовым и есть абсолютно у всех брокеров. Также у некоторых брокеров можно найти экспресс-опционы. К примеру, данный вид опциона есть у брокера Pocket Option. Суть экспресс-опционов заключается в составлении прогноза на несколько торговых активов одновременно. По сути, это совершение двух и более сделок в одной. При этом, чем больше торговых активов используется в одном экспрессе, тем выше возможная прибыль. Турбо-опционы также можно встретить у многих брокеров. Торгуются данные опционы точно так же, как и опционы выше-ниже. Но экспирации в турбо-опционах идут от 1 секунды и до минуты. Поэтому они считаются самыми высокорискованными опционами, и их не стоит использовать новичкам, так как почти невозможно предугадать, куда, к примеру, пойдет цена через 5 секунд. Также вам могут повстречаться такие виды опционов, как касание, где, чтобы получить прибыль, нужно, чтобы котировки достигли определенного уровня в период экспирации. А если говорить проще, цена должна коснуться заданного вами уровня. Также частым видом опциона является диапазон. Данный опцион дает прибыль, если котировки в момент закрытия ордера будут находиться в ограниченном двумя линиями диапазоне. Или говоря проще, цена на момент экспирации должна находиться в выбранном вами канале. Все остальные виды бинарных опционов вы сможете найти в нашей статье, которая показывалась ранее. Если вы планируете торговать крупными суммами, то вам стоит рассмотреть такую тему, как налоги в бинарных опционах. Но более важными будут считаться две последние темы. И первая тема касается мошенничества на бинарных опционах. И в ней рассмотрены самые популярные способы мошенничества, которые используют черные брокеры. И последняя тема – это словарь трейдера. Поэтому, если вы не понимаете значение какого-либо слова, то вам поможет данная статья. После того, как данные материалы и темы были изучены, можно перейти к следующему этапу, и это этап продвинутый. Данный раздел обучения содержит более практические знания, которые уже пригодятся в самой торговле, и эти составляющие очень важно изучить. Первым делом стоит обратить внимание на время торговых сессий, чтобы разбираться с тем, в какую сессию лучше всего торговать, но более важными считаются таймфреймы в бинарных опционах, а также экспирация. И статья про таймфреймы позволит узнать, как правильно подобрать лучший таймфрейм для турбо-опционов и для долгосрочных опционов. И также расскажет о том, почему важно совмещать экспирацию с таймфреймом. В статье про экспирации можно будет узнать о всех видах экспираций и также о том, как правильно выбрать время экспирации для бинарных опционов и как связаны стратегии и таймфреймы с временем экспирации. Далее стоит изучить риск-менеджмент и мани-менеджмент. И в статье про риск-менеджмент можно будет узнать о том, как правильно рассчитывать риски при торговле бинарными опционами. А материал про мани-менеджмент расскажет о том, почему важно управлять капиталом в торговле бинарными опционами. Если вы будете тренироваться в торговле, то делать это лучше всего на демо-счету. И из статьи про демо-счет вы сможете узнать, что дает данный счет и зачем он нужен. Также узнаете о плюсах и минусах демо-счета и о брокерах, которые предоставляют его без регистрации. Также будущая торговля невозможна без использования терминала MetaTrader 4. И в статье про данный терминал можно будет ознакомиться с его функционалом, также с техническими характеристиками и со всеми другими настройками. Дополнительно к этому терминалу стоит изучить такую торговую платформу, как TradingView, так как она может упростить анализ, если использовать ее дополнительно к другим терминалам. И не стоит обходить стороной такую тему, как живой график для бинарных опционов. Этот раздел позволяет пользоваться живым графиком на нашем сайте. И обратите внимание, что это не просто график, а полноценная мини-платформа, в которой есть все таймфреймы, индикаторы, а также множество инструментов графического анализа. После получения продвинутых знаний можно перейти к непосредственно основным профессиональным принципам в трейдинге бинарными опционами. И это уже этап обучения профессионал, который разделяется на две части.
основные принципы и техническая информация. В основной части можно ознакомиться с общими понятиями, чтобы понимать, как начать торговать бинарными опционами правильно. И в статье о том, как заработать на бинарных опционах, можно узнать о способах заработка, основными из которых являются, конечно же, стратегии и индикаторы. А также зарабатывать можно на сигналах или при помощи турниров. И вся необходимая информация собрана в данной статье. Также не стоит обходить мимо статьи про Грааль в бинарных опционах. В ней можно будет узнать самые популярные мифы о Граале и также о том, что Граальной системы не существует и стоит полагаться только на свои знания. Следующие две статьи расскажут о том, почему трейдеры сливают депозиты, а также о том, как можно разогнать свой депозит. И более важной будет статья про слив депозита на бинарных опционах, так как большинство трейдеров теряют свои деньги. И в статье рассказывается, почему многие трейдеры теряют деньги на рынке. После этого стоит обратить внимание на статью под номером 8 и 9. Статья о валютных парах подскажет, какие валютные пары стоит выбрать для торговли, а также чем они отличаются друг от друга. А материал с простейшими методами торговли бинарными опционами подскажет, на какие из методов лучше всего обратить внимание новичкам. После того, как вы ознакомились с данными материалами, можно перейти к второй части, в которой содержится техническая информация. И обязательно стоит обратить внимание на фундаментальный и технический анализ, так как в статье про фундаментальный анализ рассказывается о том, как использовать его в торговле бинарными опционами, но обратите внимание, что данный вид анализа подойдет больше для опытных трейдеров, чем для новичков. А вот для новичков отлично подойдет технический анализ, так как он является одним из самых простых видов анализа. И из данной статьи можно будет узнать про основы технического анализа, виды графиков, а также про тренды и другую полезную информацию. Далее в этом разделе есть информация о том, что такое тренд, который подразделяется на виды трендов и также фазы тренда. Поэтому статья про тренд будет очень полезна, так как именно при помощи тренда можно торговать любыми индикаторами и стратегиями в плюс. После тренда можно перейти к изучению графического анализа, который подразделяется на свечной анализ и price action. В статье по графическому анализу можно будет изучить самые популярные фигуры, такие как треугольники, вымпелы, флаги и другие подобные фигуры. После этого можно обратить внимание на раздел с видео, в котором есть много полезных видео. А еще больше познавательных роликов можно найти на нашем канале, на котором мы делимся стратегиями и индикаторами, а также другими полезными материалами. В конце второй части можно приступить к рассмотрению и изучению индикаторов и стратегий для бинарных опционов. Но данные разделы являются больше практическими. И в разделе индикаторов можно ознакомиться и скачать как платные, так и бесплатные индикаторы для бинарных опционов. В разделе стратегии также можно найти не только бесплатные, а и платные стратегии для бинарных опционов, которые можно скачать бесплатно. Если вы изучили все, что было описано выше, то все, что вам осталось сделать, это практиковаться. Выберите стратегию или индикатор, которые вам понравились, обязательно протестируйте их и практикуйтесь как можно больше на демо-счету. И только после этого переходите на реальный счет. И в принципе вы уже будете готовы для того, чтобы торговать в плюс. Но обратите внимание, что обучение по торговле бинарными опционами не может длиться один или два дня. Для того, чтобы действительно начать прибыльно торговать, необходимо будет потратить не меньше 3-6 месяцев, чтобы усвоить все необходимые знания, а также пройти небольшой практикум. Оставшиеся разделы в нашей бесплатной обучающей программе по бинарным опционам включают в себя регуляторов, а также брокеров. И изучив материалы данных разделов, можно будет более подробно узнать о регуляции. Но что более важно, вы сможете понять, как правильно выбрать брокера бинарных опционов. И это довольно важно, так как брокеров сейчас можно найти огромное множество, и не все из них являются честными. Также стоит понимать то, как лучше всего пополнять счет у брокера, так как пополнение с карты является далеко не самым выгодным способом. И обо всех самых лучших способах можно будет узнать из нашей статьи. И после всего этого стоит ознакомиться со списком мошенников на бинарных опционах. И поверьте, данных брокеров довольно много. И все самые популярные мошеннические проекты собраны в нашей статье. В самом конце, в качестве дополнительных материалов, вы можете изучить раздел с книгами по трейдингу и узнать о том, что такое мартингейл и антимартингейл.
Надеемся, что наш бесплатный курс обучения по торговле бинарными опционами принесет вам пользу. И обязательно помните, что прибыльная торговля зависит только от вашего упорства и ваших знаний. Поэтому обязательно изучайте все материалы, после чего практикуйтесь. Если данное видео было для вас полезным, то не забудьте поставить лайк, а также подписаться на канал. И нажмите на колокольчик, установив в настройках уведомления на все видео, чтобы не пропустить обсуждение самых интересных тем с нашего сайта. Желаем удачной торговли!